Сереж, может быть, в какой-то момент наши сборные, для чего и нужны эти игры? Ну, для чего? Конечно. Потому что сейчас время как раз тестов, которые проводят все сборные абсолютно Европы и мира, проводят сбор. Вот про что я тебе говорил. Алексей, вот как раз. Я, да, хотел. Вот про Алексея Щербаня, который в этом году меня просто удивляет своей вот такой напористостью, когда он влетает вот в эти молы, продолжение. Алексей великолепный захват и демонстрирует. Вот, сам и сейчас игру, как раз смотри, пошел. Что делает. Ой, здорово, Леша! И тут Виталий Немцев, и его попытка! Дотащили. Надо же, Немцев! Сейчас, видите, опять же, то есть из 26 у нас только 3 дебютанта сегодня. Это говорит о том, что это все-таки сборная России не совсем супер молодая, которую сейчас собрали. И Александр Юрьевич, да, поэтому ребятам с 38-го квартала Волгограда огромнейший привет. Так, ну а сейчас смотрите, у нас что самое опасное? Это тот самый хутер, который у нас все заносит молом. Вот он, вроде мяч уже у него. Я не удивлюсь, да, но он просто... Опа! Съемый, пожалуйста, вот, пожалуйста, Франсуа Эстерхёйс! Его вот это отношение к любимому делу, он просто красавчик. Он захваты великолепный делает, причем игроков в два раза больше себя, которые тебя топал. Ну, Морайс, конечно, по красоте. Да. Ровно по центру. Ну что, 7-7. Кладет попытку. Они играют нестандартно. Мне кажется, Джей Пи Нил все равно дал такую установку, потому что человек опытный. Ну, вот что-то у Франца... Далеко. А зато... Про что мы вот и говорим с тобой. Ой, ушел. Винер, бежать, играть. Покажите нам, пожалуйста. И это нам, попытка. Спасибо большое. Так очень, и не успел наш оператор. Очень медленно. Он бежал быстрее. Хорошо, вот может быть с другого... Хороший какой проброс. А, тут еще... Ох, я успел. Лютик, да, скинул. И его смотри, Кортни Винера. Оп, раз. Но это его хлеб. Это его хлеб просто-напросто. Он на степе убирает. Мы видели, Чебан-то прыгал, но промахнулся. И все, и дальше он только запасные. Ох, и какой прыжок Кортни Винер, конечно. Ну, я имею в виду то, что по всему периметру, то есть люди сидят. Хорошо здесь через забегание в короткую сторону. Совсем немножко остается. Уже Виктор в 5 метрах, если не в 2. Встаем, как там, мы слышим. Как вот Алексей... там Алексей Щербань заряжает, конечно. И его... И Алексей в тем и Алексей заносит да, попытку. Да, в дебютном матче за сборную. Но вот так. Мы поздравляем Егора, конечно. И сейчас... С той же точки, кстати, с которой до этого его визави Кобус Морайес не попал. Рамиль Гайсин может вывести его. Сборную Россию как раз вперед. Потому что пока 12-12, а теперь... 14-12, да, сборная России выходит вперед в матче сборной России и русских варваров. Друзья, Кирилл делает предложение своей возлюбленной Ане. Давайте потерпим, пара она сказала «да». Вышел, я ты навсегда вот с этой шапочкой. Ты 985-й Блэкс. Ну, я понял. В истории всех All Blacks там от 1800 какого-то года. И прям каждый хорошо, человек... Смотри, пока мы с вами обсуждаем, под каким номером метров. Егор Алексеев будет числиться в сборной и опять, России. И опять Франсуа. И сам Франсуа. И опять кладет вторую попытку. Франсуа, конечно... Да. Неутомим как его говоришь, не Питер остановить. Питер Якобс номер два. Питер Якобс Питер этого Якобс, сезона. Да. Вот я тебе честно могу сказать, Леш, я с Франсуа почти... более 2 лет вместе пробыл в команде, он очень мощный, у него низкий центр тяжести. Потому что плюс 5 это одно, а если станет плюс 8, то это уже совсем другой расклад. Ну, чтобы быть немного, так сказать, в запасе. Ну и, конечно, зрители Волгоград Арены показать, что эти ребята могут забивать с 40 метров плюс. Ну, и четко Морайес, конечно, браво, эх, Яков. Морайес. Даже если сейчас мы ничего не сделаем, то вот концовка за нами. Нет, 100%. Очень концовка красивая. За сборную. Очень красиво. Опять забираем, опять поставили мол. Есть движение. Есть продвижение к зачетке. Давайте, парни. Есть уже там, видно. Где мяч? Попытка, есть, здорово! Есть попытка. Ну что, вот эту масло они должен все забить. Сейчас. Все побегут. Ну, я думаю, Давыдов Тимур, просит, давай. Что, смотри, смотри, все стоят варвары на низком старте, реально. Как а Давыдов просит, что типа, не надо бежать, руки конечно. Даже держат. Так ничего не решится же. То есть, давай, Тимур. Сбили его, нет? Не сбили. Попал. Отлично. Попал, ну.